Ну, немножко, я бы не делала в облипочку. Но мне хочется немножечко легкости, да, чтобы она такая вот. Прям, Ну вот если бы вот такой вот оттенок розового, было бы гораздо лучше, да? Наконец-то! Я с чистой совестью могу вам рассказать, что последние полгода я разрабатывала бренд одежды. Бренд называется Candy Lady – девушка-конфетка. Какая девушка не хочет быть сладкой, привлекательной, вкусной? Чтобы ее хотелось съесть, чтобы ее хотелось раздеть в конце концов. Можно было выпендриться и выпустить что-то такое сумасшедшее, безумное от кутюр, но мне очень хочется, чтобы наши девушки носили качественную, доступную, но очень красивую одежду. Мне кажется, что разрезик, если делать, чтобы он был уже разрез, но при этом гораздо комфортнее передвигаться. Идея по созданию коллекции пришла очень давно. Но не зря говорят, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Сейчас все звезды, карты, я не знаю, все сложилось таким образом, что собралась правильная команда талантливых, целеустремленных, дисциплинированных, что немаловажно, успешных в своем деле людей. Я очень верю, что вот сейчас Все получается очень правильно. Во всяком случае, я получаю колоссальное удовольствие. У меня очень хорошие ощущения, чувства по этому поводу. И я буквально этим живу. Методом проб и ошибок мы определились, что все-таки нужно показывать красивые ноги. Особенно в жаркую пору. Мое желание показать нашу белорусскую красоту. Встретились с пониманием. А я точно знаю, чего я хочу и как это должно выглядеть. И в этом мне помогает моя команда. Работа над коллекцией началась в конце весны. Я приносила свою одежду, мы искали картинки, плюс гениальные идеи дизайнеров, с которыми я работаю. И все это вместе как-то вот конструировалось. Мне хочется, чтобы одежда была красивой, качественной, поэтому все ткани у нас итальянские, натуральные, очень приятно сидят на теле, очень приятное ощущение. Мне кажется, ее снимать не хочется. Вся цветовая гамма у нас очень нежная, только пастельные цвета. Это нежно-розовый, голубой, зеленый, желтый. Очень хочется от всей души добавить эти вкусные, нежные, жизнерадостные цвета в жизнь наших белорусских безумно красивых девушек. Мы готовим коллекцию из 36 образов. Показ будет разделен на 4 части, что очень интересно. Утро, офис, коктейль и ужин. Всю эту красоту вы сможете увидеть 16 ноября в рамках Белорусской недели моды на заключительном показе. Я безумно волнуюсь, но я безумно жду этого и жду вас. До скорой встречи!